Всем привет! Вы на канале Еще один ход, и мы продолжаем Expedition Rome. У нас, собственно, нужно захватить Египет. И начнем, я думаю, мы с правого вот этого вот кусочка, так как здесь находится каменоломня, что позволит нам построить дороги и быстрее перемещаться, когда это будет необходимо. Так что давайте сначала разведаем эту территорию, да, чтобы открыть все, что нам нужно. Сила вражеской армии довольно серьезная на самом-то деле, но не критично на самом-то деле. Здесь у нас в целом боевой дух и боевой опыт хороший. Возможно, имеет смысл сюда напасть. Да, у нас 3900, то есть сила армии у нас технически больше. Технически больше. И я думаю, что это... Ну, да, будут потери. Несомненно, будут потери, но... Я думаю, в этом есть смысл. Пока он идет туда, мы идем в другую. Так, заблудившийся легионер. Ваши разведчики обнаруживают на долине отряд тяжело вооруженных солдат. Солдат похож на римских, но не носят ваши цвета. Давайте осторожно подойти. Вы приближаетесь к солдатам, не доставая оружия, но приготовившись к бою. Вскоре становится ясно, что они не намерены биться с вами. Их командир выходит вперед. Легио Виктрикс? Here? I thought the legions of Rome had been driven from these lands. В каком-то смысле ты прав. Проконсул мертв. Я привел сюда свой легион, чтобы отомстить за него. Dead. We suspected as much. The consul would never have abandoned us as long as he lived. I am Rubrius Gordio. I am a centurio. My men and I так, so, по всему мы нашли заблудших центурионов. Так, если еще можете воевать, найдите лагерь моего региона и присоединяйтесь к нам. We can fight, Legate. If war has come again, we will serve Rome as always. Find me in your legion's barracks upon your return to camp. Ага, ну хорошо. Численность увеличилась чуть-чуть. Так, автобитва. Так, ну что делаем, да? Тут можем в целом поднять тут до трех. Это прям хорошо будет, до трех артиллерию. Да, и заодно прокачать его. Минус 3 лошадей. Минус 3 лошадей не очень звучит. Да, игрок числен с врага минус 50. Ну давайте защищенный фланг, наверное. Consistite lato sulli performance! Кстати, а где наша конница вся? А, нет, есть вот. Our legion has engaged the enemy. Так, снова они лошадей отняли. Так, чтобы, ну, добавить лошадей, только этот может добавить, так что давайте его и выберем. У нас почти равные силы. Enemy equites are charging our formation. Так, опять лошадей отняли. И снова у нас нет выбора, да? Только умелое противодействие конницы. Так, можем поднять боевой дух, да, либо поднять конницу, но это не очень вам нужно. Защита игрока, ну, тоже как бы... Вражеская армия отступает. Восстановленные легионеры. Ну, давайте лучше восстановленные легионеры. Так, берем деньги, минус 300, да, солдат, неприятно.
Так, погодите, да, тут будет тактическая миссия. Пока что давайте разведаем здесь территорию. Ну, видимо, давайте захватывать. Так, ну и что у нас здесь? Так, там у нас еще тот солдат сказал, что мы его можем, скорее всего, нанять. Тот, которого мы нашли. Давайте-ка глянем. Рубарий Гардион. Да, это вот он. Аскет, осторожность. Ну, не шибко хорошо он прокачан. Обойдемся. Пошлите, узнаем про миссию. Need something? A rebellion seems to be brewing in this region. Так, назревает мятеж. The lions of the desert night. Ну, конечно, нужно его подавить. Our way, Legate. Так, уничтожьте берберских воинов, кто называется львами пустынной ночи. Ну, сейчас мы разберемся. Так, ага, вон там вот метка стоит. Давайте пройдемся. Смертоносное жало, ну уже было такое. Сам Скорбин уже убегает вдали по песку, но преследовать его смысле не будет считать, а сейчас могут лишь отдых и лекарства. Ага, получила урон Диньяра, да? Ну давайте вылечим. Так, ну не густо здесь на самом-то деле, да? В целом, каменоломня есть. Кстати, еще одна каменоломня, странно. Я думал, она одна на несколько регионов. Ну тут прям две подряд. Так, ну давайте-ка его отправим. Может быть, Цезарь давно он не ходил на самом-то деле на такие миссии. Давайте его отправим. Так, ну наша обычная комбинация из трех лучников, разрушитель. Ну да, пусть пойдет Марк Аврелий, почему нет. Так, ага, уничтожить всех врагов, ну то есть, бесхитростное задание, да, ну. Так, щиты, давайте этих ребят сюда поближе, а враг ходит первым, кстати. Ну хорошо, сходит. Charge the enemy! Cut them down! Lucky little bastard! Докинул свою банку. Так, тут еще и разоружен. Так, 18 жизни, 15, 18, 12 урона здесь.
Так, это вот еще 24 жизни тут зашло нам. Да, он получит урон. Ну, можем ли мы его забрать лучниками? Наверное, можем. Давайте попробуем так. 7-9, да? Ага, то есть можно больше. Давайте так. А, нет, 7-9, потому что броня. Тупанул. Так, усиленный выстрел. Ну, либо два выстрела. Так, ну тут можем подойти с мечом. Вот сюда попробовать. Теперь этот сможет забрать, да, гарантированно. У нас еще трое будет ходить. Так что если сюда, да, так бы вырук на всех. Так, теперь у нас тут двое есть, там 16 жизней. Так, 4. 4 жизни, что с ним сделать? Не хочется просто получать урон на самом-то деле, но выбора, видимо, нет. Лучше, наверное, получить урон сейчас, чем потом. Так, куда мы можем тут вообще отойти? Давайте сюда. Ну, как бы тут и выбор небольшой. Давайте лучше отойдем подальше, чтобы его боем не завязали. Непокорность, что в панику, да, потом в панику упал. Так, давайте так. А, то есть в любом случае он получит урон, если я хочу обойти и дать по двоим. Ну хорошо. Так, принес их сбить с ног к врагам. Ну давайте так, да. Критический еще. Хорошо, но пока он там лежит. Да, можем двигаться дальше. О, это... Я не досмотрел.
А, если крит, я не смогу заточку использовать. Давайте сюда. Тут 16 жизней. Отлично, ровно 16. Так, давайте подходим. Так, сейчас почему так мало, давайте поближе. Ну хорошо. Да, два легких. Одно легкое, одно среднее ранение. Но это не смертельно. Так, если тут что-то еще. Так, вон вижу, что сундук они, видимо, пытались зарыть. И, судя по всему, все. Или откопали они его. Непонятно, что из них. Так, что, лопату нельзя взять? А, нет, лопата один. 5-7, ну. Зачем она нам? Непонятно. А, это что-то же была темная локация часть. Интересно. Ну нет, тут левее ничего нет, так что давайте на лошадь. Так, сектор завоеван, у нас есть навык. Так, что у нас здесь? Ангел-хранитель. Ну, наверное, ангел-хранитель нам не очень нужен. Что у нас здесь? Урон щитом. Ну, урон щитом он редко использует. Все сопротивление до наивысшего. Максимальное сопротивление есть, но перемещение снижается до 3. Угу. Ну такое. Вот испуг в целом неплохо. Так, таран, стойкость. Ну, здесь нет ничего толкового, наверное, нужно качать все-таки этот. Испуг. Сколько тут? 2 очка еще нужно вложить, то есть в любом случае. Что-то нужно. Ну, давайте испуг. Так, никаких других повышений нет. Хорошо. Тут у нас, как всегда, куча мусора. Давайте чуть-чуть подразберем. Так, что тут щит, смотрите, больше, чем у него есть, но качество не очень. Так, ну давайте тогда завоевывать все, что здесь есть. Да, и пойду, наверное, разведу вот этот легион следующим. А, нам нужно еще ранение полечить. Давайте сюда. Так, вот дороги построились, что хорошо. Давайте туда.
Так, еще и Диньяра. Тест. 0 минут. Легкая. Ну ладно. Так, что у нас здесь под тактикой? Полевой взрыв. Давайте фортификация. Здесь улучшение. Ну, давайте чуть больше, да, коней. И минус 2, кстати, артиллерии. Что, наверное, не очень. Я, с другой стороны, хороший бонус остальным. Так, минус 2 щитам, это плохо. Я бы этого не брал. Давайте минус 1 к щитам. Так, тут покалечим. Кузница, гарнизон. Нам это все пока что... не нужно. Так, нам нужно дождаться дня до 30 часов. Так, лесопилка завоевана. Так, вражеские передвижения. Вообще, по сущему пайку в обмен на информацию. Ну да, давайте в обмен на информацию. Конечно, селекс является азис. Так, выберите претарианца. Давайте кого-нибудь. Что у нас тут? Не так уж и густо, все в больнице. Ну, кстати, мы как раз в этой локации находимся. Так, Диньяра поправилась. Давайте сюда. Так, на улучшение ничего не хватает. Нам нужен, на самом-то деле, арсенал. Это значит, нам нужна еще одна лесопилка. Давайте пойдем сюда. Кстати, тут еще ферма. Что я не заметил этого. Так, снижение рубящего урона. Давайте сразу выучим. Так, что теперь мы можем купальню. Купальню. Ну да, это не мешает арсеналу на самом-то деле. Выйти в форпост, ну ладно. Подождет туда чуть. Наружная дубильня. Пост новой тактики. Тут 3400 силы. Ну, это серьезная, конечно, заявка. Давайте посмотрим, что будет после нападения. Откуда пойдет армия. Опасная дюна. Вы вспоминаете, что говорили о пустыне времени. Вам придется уйти на плоская земля. А, ну это уже, по-моему, было. Идем медленно и сложно заметить врага раньше, чем он нас, да. Так, за вами явно, когда начинается так, уже готовы обороняться, ну. Что-то частенько это происходит в последнее время. Так, победить десятку. Враги ходят первыми. Так, ну. Да, получается, стоим так. Так, вы прямо не добежали, хорошо добежали. Так, что у нас здесь? 10-12. Ну давайте сюда. Делаем вот так.
Так, чуть подняли боевой дух. Тут 27. Его еще и просто давить после этого надо будет. Если 12 минус 2 брони. Так, ну давайте так. 10 урона. Так, атака 12-20. Давайте, наверное, сюда. Хорошо. Давайте крит и 12-15. Замечательно. Так, что у них довольно боевой, высокий боевой дух. Что странно. Давайте сюда добьем берсерка, чтобы он не поднялся. Давайте здесь восстановим щит. Встанем вот так, чтобы нас не обошли. Ну, давайте вот сюда. Так, теперь тут у нас что? 11-14. Можем вот так прорваться, что выглядит неплохо на самом-то деле. Ну, давайте так и сделаем. Еще и все упали. Так, подходим. Одна жизнь осталась. Так, а тут еще цель жива, мы не можем добить ее. Тут 18 жизней. Ну, 18 жизней мы не заберем, наверное. Недорогой выстрел. Ну, кстати, можем сразу и уклонение. Тут 4 жизни. Так, теперь тут. Плохо было бы сюда попасть. Ага, хорошо, ну пусть лежит с одной жизнью на самом-то деле. Наверное, боеготовность. Мне кажется, это самым оптимальным вариантом. Жалко, что я не могу конус только в ту сторону сделать. Ох, неплохо, 23 получил. Так, остался один всего лишь на самом-то деле. Так, чисто сработано. Лук. Неплохой лук, кстати. Ну, ящиков никаких нет, это же была засада.
Так, бой там еще близится. Так, вижу ящик. Весы, лохос, обычные тяжелые доспехи. Так, а что у нас по фактории? Нужно быть в лагере. Так, получил новый уровень. Главный герой. Давайте глянем. Что у нас тут? Дуэль, скрытая атака. Тут, да, наверное, давайте против вражеских командиров. Установить с максимальной концентрацией. Хорошо. Кстати, еще поднялись уровень. Разящая стрела, активный навык, нет эффекта отношения к врагам. 4-5 кроющего урона. Слабое место, обстрел. Давайте вот перехват. Это все-таки полезный навык. Так, минус 20 боевого духа, тоже хорошо. Да, это тут тоже твердая рука. Критический 100% шанс при наблюдении крита. Так, что делаем? Нужно пофиксить артиллерию, да? Ну, это как раз работа для нашего непрокачанного генерала. How do you wish to deploy? Так, лошади. А лошадей-то нет, да, но мы можем защиту игрока. Battle is joined. How should we proceed? Минус 3 логистики. Так, тут у нас арбалеты, изучить позиции. И мы поднимем щиты, это, кстати, неплохо. А, или вот так можем понизить логистику, да, улучшить щиты поднять, неплохо. Так, ну возможно имеет смысл щиты продолжать, да? Ну раз там уже по всем минус пошел, то пусть так и будет. Тут две логистики можем поднять, конечно. Численность врага минус 150. Ну, давайте тогда держать строй. Они сами, кстати, подняли нам до максимума. Так, что у нас? Численность легиона можем поднять. Давайте, мы их так разбили. Нет смысла уменьшать численность врага. Так. Да, но, к сожалению, это была армия не отсюда. Так что давайте отправимся, наверное, в наш второй легион. Так, брошенное животное. В кустах на обочине дороги один из наших претарианцев находит недавно убитую антилопу. На ней много мяса, но под пустынным солнцем оно быстро портится. Рискнуть и разделать животное, не рисковать. У нас еды на самом деле достаточно. Так, чертеж египетского копейщика. Давайте сразу же изучим.
Так, что у нас тут? Тут у нас вода, она, кстати, она заканчивается. Можем идти сюда к порту. Минус 3 логистики. Так, ну и кого? Риск неподчинения 31. Высокий на самом-то деле. Ну, давайте докачаем его. The men are awaiting your orders. Так, 4 щиты, еще минус логистика. Ну вот можем компенсировать да, артиллерию. Аликите хостес ин информата мамидиам акия. Our ranks have reached the enemy lines. Так, что у нас тут опять артиллерия, опять логистика. А, кстати, тут все минус щиты. У нас нет выбора. Да, берем самое лучшее, что есть. Минус две лошади, но зато плюс все остальное. Ну, звучит хорошо. Либо агрессию поднять. Трофеи превосходные, но нам это не очень нужно. Давайте поднимем агрессию. Так, уменьшить численность. Или полевой лазарет, кстати. Это прям хорошо будет. Так, он, походу, случайно докачался, а тут подвисло в очередной раз. Шлем пехотинца, щит. Окей. Так, здесь все легион, чтобы усмирить. Стоимость 25 опыта. Стоимость 200 динариев. Это можно. Так, сектор завоеван. Давайте сюда в факторию. Так что у нас минус щиты. Ну, плюс 2 все. Ну как все? Не все, конечно, но. Так, давайте залп из катапульт. Здесь увеличить артиллерию. Давайте фортификации. Так, три логистики. Ну, это, кстати, интересно. Но, с другой стороны, это не самое нужное. Давайте лучше с артиллерией связано. Так, ну и отправим кого-то дальше их добывать. Так, что нам тут нужно для арсенала? Одно дерево. Да, тут как раз оно есть. Ну, на самом-то деле, можем... Не, нам нужно подождать, чтобы построить... Чтобы построить арсенал. И теперь мы будем получать тактики третьего уровня, я так понимаю. Так, защитная коре минус один, и 3 щитов.
Ну, это что, хорошо. Давайте вот только с ним. Да, хочу убрать. И хочу обратно добавить, чтобы нам... Может быть, он посчитал это как третий уровень. Так. Что, мы еще можем что-то? Да, можем купальню. Так, что у нас тут дальше? У нас все закончилось. Ну, хорошо. Давайте пока что разведывать. Да, вот пойдет три региона у нас осталось. Как раз один за одним тут они идут. Пошлите, разведаем. Нашествие грызунов. Ну, это в очередной раз. Какие у нас съели? Так, что у нас здесь по армии? 3500. Тоже немало на самом-то деле. Давайте двигаемся сюда. Так, что не так быстро, что тут проклацывает так быстро. Снаряжение Лохгос. Так. А, это вот тут, походу, пирамиды. Да, это пирамиды. Так, новый уровень еще. Так, вражеские передвижения, да? То есть сейчас будет еще одно нападение. Так, и куда? Так, а где наш второй легион? Так, отдыхает форпост. А в каком форпосту он находится? Ага, ну, видимо, нужно его передвинуть сюда просто. Так. Давайте вернемся, изучим новые тактики и отправим этот легион дальше завоевывать. Так, да, сразу третий уровень. Давайте всего больше. Минус 2 считаю, это плохо. Давайте минус 1. Здесь больше лошадей, там больше логистики. Давайте больше лошадей. Так, и навыки. Так, крепость, адреналиновая зависимость. Ветеран. Укрепить достаточно доспеха, ремонт. На самом деле ремонт нужно брать по-хорошему. Давайте ремонт. Так, все еще не использованное, то еще. А, вот есть. Давайте гонка. И отправляем наш второй легион к следующему форпосту.
Так, шансов выжить во всех не густо на самом-то деле. Шансов выжить 65. Ну, даже не знаю, за ту преданность, да? Ну, да, на самом-то деле он самый из них слабый. 65%. Так, захватческое наступление, щиты, но нам нужно щиты, да, поднять. Так, боевой дух легиона минус 5, дать залп из скорпионов, кстати, неплохо. Минус 1 щит. Ну, ты лошадь. Это, кстати, неплохо. Давайте возьмем. Так, что у нас здесь? Ну, давайте, да, поднимем всего на 2 и минус 1 остальное. Хотя логичнее, наверное, просто уменьшить лошадей не хочется, да? Потому что тогда пропавшие легионеры будут. Давайте разделяем ласты. Так, что еще можем? Можем еще минус 3. Да, численность врага уменьшить. Но это нас не особо спасет. Давайте справедливая месть. Ну и он так и погиб. Даже двое. Теперь еще и центурионов нужно. Нанимать. Так, стоимость 100 денег. Давайте отправим сюда легион. Воины миражей. Жестокость, которой вас опаляет солнце, иногда становится невыносимой. Жара не только заставляет вас больше пить, но и манивает ваш взор, разбивая лагерь. Вы просто не можете понять, что видите на горизонте, это ли колебания нагретого воздуха, то ли скачущих на вас вражеских всадников. Так, оставить припасы, ствовать. Так, достать оружие и построиться. Если они ищут боя, они его нашли. Так, враг приходит у вас числом как минимум двое, но если вы предаете, это только раздорит его. Ваши люди стоят в строй и готовятся к тяжелой битве. Опять 25. Что мы здесь окружены? Да, это, кстати, походу даже та же карта, что и в прошлый раз. Ну окей, давайте пробовать ваш ход. Так, ну это заходим сюда наверх. Забираем этого лучника. Так. Добиваем. Отклонение. Так, 18 жизней.
Снова же мы тут, конечно, добегаем, забираем его. Так, ну тут мы, конечно, можем пройти один раз ударить, но большого смысла в этом нет. А здесь 6-10 урона. Ну, давайте тут. Что он может сделать? Проклятие, боевой урок. Но боевой урок не достает особо ни до кого. Хотя, с другой стороны, тут, возможно, имеет смысл зайти. Врагов тут тоже. Да, давайте, наверное, сделаем вот так. Укрепление. Походу, там двоих забрала. Да, двоих он тут забрала. Так, что у нас здесь? 27 жизней. Так, 4 единицы концентрации. Давайте попробуем. Добиваем. Так, у них уже минус 20 к боевому духу. Так, я бы спускался отсюда. Тут 27, наверное, он тоже справится. Семь жизней. Давайте добивать. Ну и тут мы, наверное, скорее всего, будем вставать в дозор. Дальше отсот ремонт. Насмешка. Да, отсюда насмешку. И защиту. Давайте защиту, да, почему нет? Так, ну заходить в туман, наверное, не стоит.
Ставим сюда, чтобы они не могли дойти до лучницы. И надзор. Так, а здесь боевой рог. Скорее всего. Просто еще раз. Ты просто отъезжаешь. Просто сами от надзора уехали. Так, почему не угрожать? Ага, вот. Там еще даже сундук есть. Долго они, конечно. Эта лестница спускается. Так, ну да, возвращаемся сюда на базу. Мы сейчас завоюем этот регион, вероятно. Так, ранее никого нет. Арсенала нового тоже ничего нет. Кузница меня особо не интересует. У нас пока что все хорошо. Давайте ждем завоевания. А, кстати, да, нам нужно новых центурионов нанять. Ну, со щитами тут не так уж и много их. Решительность, довольство, лояльность. Вот, кстати, лояльность. Но ничего полезного у него нет. Осторожность, как для центуриона. Давайте, наверное, вот его нанять для центуриона. Тут безрассудство. Наверное, можем его нанять. Забыл, что он просто чуть прокачанный. Самолечение, хирург. Ну или тут осторожность, тоже как вариант. Так, тут личный состав маловато, да, раненые воины, ну еще полечится. Вот бы нам бы восполнить. Так, там сейчас еще будет, кстати, нападение на наш форт. Как раз уже были на подходе. Так, кто у нас тут? Ну, один остался, на самом-то деле, недокачанный. Пропавший легионер и минус один. Это неприятно. Хм.
Ну, давайте так, чтобы не было пропавших легионеров. Which formation shall we use? Минус 4, но, видимо, придется использовать. Айтина Рапивия, Реликута Интерманиполос! Так, минус 4 лошади. Это, конечно, сильно. Это ничего не изменит, все равно будут пропавшие легионеры. Давайте тогда хотя бы щиты поднимем. Так. Минус 2 логистики. Можем поднять логистику, конечно. Давайте так. За счет щиту. Так, что, можем уменьшить численность врагов? Да, давайте так и сделаем. Защита поднимется, численность врага еще минус 50. Ну, давайте лучше так. Instante hostibus! Eos persequimini! Так, ну это было довольно легкое отбитие нападения. Давайте глянем, можем ли мы что-то улучшить? Нет, не можем. Каменные стены, нужна ферма и лесопилка. Так, ну пошлите дальше разведывать, наверное. Как нам сюда дойти? Далеко, конечно, идти. Наполовину свернутый лагерь. Собрать остальные ценные и полезные вещи. Ну давайте, почему нет? Ящик для монет. Ох, тут еще, кстати, можем захватить. Так, армия, конечно, у них тут большие. На фортпостах находятся. Какой-то большой город. Так, торговый пост. Здесь путешественники и купцы встречаются для обмена товарами и слухами. Так, ну здесь мы уже были, да? Ну, в общем, ничего полезного там не было. Так, ну, я так понимаю, можем нападать сюда. Да, давайте нашим основным легионам. Пять легионов, заход в подпоста. Ну, да. Почему нет? Пропасти открыться новой тактики, но мы далеко, конечно. Так, шансов выжить 85. Ну, конечно, да. Есть здесь риски определенные. Давайте попробуем прокачивать его надо. Так, что у нас здесь? Логистика и лошади. Да, либо же можем... Ну... Давайте, наверное, лошади агрессия.
engage. Так что, залп из катапульт. Весь агрессия игрока поднимется. Давайте залп из катапульт. Один. Так, минус щиты, но плюс все остальное. Да, давайте попробуем. Так, вот риск для центрионов можем уменьшить, да, чтобы он не погиб. Так, не то нажал. Ad nostres munitiones requerite! Так, ну и захват. Так, а где? А вот я где. Далеченько, давайте сюда. А тут у нас стоимость 5, стоимость 200 денег. А тут ничего, просто 12 часов. Давайте так и сделаем. Талисман Фортуны. Первичный талисман. Неплохо. Так, поле мертвых. Впереди кружит гриф, и за выстрелами мертвые вам не опасно. Или опасно? С плохим предназначением. Так, ваше отношение приводит до значения. Оттуда же детский голос. Ребенок явно в беде. The spirits of the desert, Legate. They often lure unsuspecting travelers to feed on their blood. Так, ну да, лучше, наверное, не сваться. Мы уже как-то рассунулись в такое место. You never know what horror... Так, что еще? Давайте глянем, что там с тем талисманом. Довольно сильный минимальный базовый урон, сцепление рубище, сцепление колющему. Тут просто еще концентрацию дает, но минимальный базовый урон как бы тоже хорошо выглядит. Концентрация 13, на самом деле не так уж и много. Так, движение, сцепление огню. Я думаю, ну, наверное, вот сюда подойдем. Здоровая точность, да. Давайте лучше его сюда. А тут здоровье и точность можем. Минимальный базовый урон. Ну да, это, кстати, получше будет. Здесь движение сопротивления огню. Ну, пусть будет, да. Так, а кому тогда этот талисман дать? Давайте, наверное, сюда. Точность лучнику не помешает. 10-1 лук. Хорошо. Да, тут тоже будет хорошо. Хорошим дополнением. Давайте по качеству отсортируем. Но в остальном, конечно... Нет, ничего полезного. Так, давайте сходим еще сюда.
Так, такой маленький уголочек у нас. Давайте сюда вернемся в форт пока что. Мемфис, это большой город за... Так, а что у нас тут? Загрязненный охотник, что блеснулось в зарослях у дороги. Чтобы посмотреть необычное явление, вам пришлось сделать лишь небольшой крюк. По большей части высохших остатках маленького языца мы находим этого охотника, явно стерзанного какими-то огромными кошачьими. Так, берет труп и оставить его трупом, похоронить его вместе с вещами. Давайте грабить труп, затем похоронить его, но нас, скорее всего, нападут. Сейчас кошки. Знаете, жила работа под плящем пустынным солнцем, они не очень тому радны, зато в печальном... Но зато в печальном схомазе стало одним трупом для грифов меньше. Ну, даже никто не получил ранения. В целом неплохо. Так, вражеские передвижения. Тут как бы все понятно. Давайте отправим на разведку. И как раз, кстати, на этот они и будут нападать. Давайте глянем, можем ли мы что-то улучшить. Каменные стены, отлично. То, что нам нужно. Так, ну один район до завершения завоевания Африки, во всяком случае, той части, да, которая предусматривается этим заданием. Но пока что мы на этом мы и закончим. Не забывайте, ставьте лайки, подписываться, и еще увидимся.